игра Бока-Бока. Вот у меня она была когда-то, ну, уже давно. Наверное, 3 месяца назад или 4 она была. Потом ее... Не, она была, наверное, даже не 4, наверное, 5 месяцев или 4 или 5 месяцев, короче, назад у меня была такая игра. Вот. И я ее удалила. Потом через 2 месяца опять закачала, потом опять удалила, и теперь уже, а теперь опять закачала. Я не знаю, короче, я удаляю, закачиваю, короче, все. Короче, сейчас я буду делать себя. Я тут все знаю. Можете не писать, короче, комментарий, как в это играть. Я знаю, у меня не все локации. У Милана там Ильич, Милана все локации, у Сони все локации. Они там взломали. Не знаю. Я хочу так играть. И что у меня не все локации? Можно и так играть. Зато я знаю, как сделать всех крампетов на бесплатные локации. Там их не 4, не 3, не 10, нет. Там их 23. Не, там их было 66, да. Я знаю, как всех таких сделать. Так, сейчас себе сделала сначала улыбку такую. Так, волосы девчачьи. Вот такую, сейчас к такому можно. Вот сейчас это у нас будет какой цвет? У меня летом вообще в розовый покрасить волосы, поэтому розовые. Вот такого цвета. Веснушки потом. Веснушки. Вот так вот. Потом. О, это нет, это какие-то как будто болячки. Вот так вот. Очки. Такие вот. Нет, по-новому, я не хочу. Я передумала. Это шапки есть вообще? Сейчас я найду какую-нибудь шляпу себе и вас позову. Вот если бы такого у вас много на голову надела. Ну, классно. У вас много. Еще не русская какая-то. Вообще. Так, сейчас себе найду одежду и вас позову. Кстати, одежда это самое сложное. Вот такое вот платье я себе выбрала. Сейчас я выйду из этого. Ну, из этого и вас позову. Сейчас я съем эти фрукты и вас позову. Вот, все, я покушала. Сейчас я пойду в какой-нибудь дом или квартиру и вас позову. Всем привет! Вот, я уже в этом магазине. Сейчас я возьму себе что-нибудь и вас позову. Вот, сейчас мы возьмем помидоры, ананас, пиццу. Блин, она уже не влезает. Сейчас второй пакет возьмем, не беда. Я уже, кстати, в магазине, я уже говорила вроде. И, кстати, вот тут вы знали, прячется денюшка. Денюшка мне пригодится. Тут забираем все деньги. Тут забираем все деньги. Сейчас я сажу кучу и вас позову. А еще смотрите. Зачем ты ешь деньги? И, кстати, когда они едят деньги, появляются вот тут деньги. Вы знали? Вау, я пришла в какой-то дом. Сейчас я в нем оставлю свою еду, что ли. В следующем видео, наверное, мы уже будем делать ей мне комнату. Ну, весь дом, короче. Ой. Весь дом будем делать. А пока что у меня съемная квартира. Вот такая вот. Тут я буду жить пока что. Пакет поставлю сюда, другой сюда. У меня есть мячик, игрушка. Это вообще для кошек, ну ладно. Так, спим. Встаем. Пока у меня съемная вот такая вот маленькая комнатка. И свет даже есть. Офигеть.
Ладно, все, хватит баловаться. Сейчас мы еще куда-нибудь поедем. Ребята, многие могут мне писать в комментариях, как в эту игру играть, но можете сильно не писать, потому что я знаю, тут есть крампеты, секретки вот эти. Я знаю, я смотрела по телевизору, я знаю, еще есть платная локация, я знаю, короче. Все, мне тут подруги все разболтали. Еще по телевизору смотрю. Вот, это мы на какой-то котов свалке, говорят. Ладно, ребят, это я должна в следующем видео была вам сказать. Ну ладно, я расскажу. Видите, вот тут рисунки. Это секретка тут. Я в следующем видео покажу, как эту секретку открыть. И вам появится питомец. Там секретка, на самом деле, я знаю. Смотрите, я себе забрала рюкзачок такой. Красивенький. Ребята, на сегодня всем пока-пока. Сегодня мы играли в прекрасную игру Тока Бока. Она очень мне понравилась. В следующей серии мы тоже в нее будем играть. На сегодня всем пока-пока, ребята. Завтра будет уже вторая серия. На сегодня всем пока-пока. Ну, может быть, сегодня выйдет. На сегодня всем пока! Пока-пока! Пока! Тут с бабкой иди на разборки. А, ну я иду... Это у нас тут тусовка. Бабка, это мой. Нет, мой. Отдай. Отдай моего осьминога. Нет, ты дай. Я у тебя заберу второго. Все. Ты теперь без осьминога. Вали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, короче, туса намечается. Кстати, смотрите. Они все исчезли. А теперь спиделись. На сегодня всем пока.